В Елабужском институте Казанского федерального университета пройдет 11-й международный фестиваль школьных учителей. На прошедшей пресс-конференции рассказали, какие актуальные вопросы современной педагогики рассмотрят в рамках мероприятия. История фестиваля школьных учителей началась в 2010 году, в год учителя. Тогда государство впервые привлекло внимание широкой общественности к проблемам образования, обсуждению статуса и роли педагога. В этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 августа на базе Елабужского института Казанского федерального университета. Сейчас наш сайт просто переживает такой бум активности. На сегодняшнее утро зарегистрировалось 2418 участников, в том числе 2061 в онлайн-формате. Три дня участники фестиваля живут в Елабужском институте, в общежитиях Елабужского института, проводят время, обучаются в лабораториях и мастерских нашего университета, питаются в студенческом кафе. И все основные мероприятия проходят именно на базе нашего Елабужского института. Модераторами фестиваля станут 10 зарубежных специалистов, около 40 специалистов из вузов России и 22 из вузов Татарстана. В рамках мероприятия состоится выставка поставщиков товаров и услуг в сфере образования, 5 публичных лекций и 2 дискуссионные площадки. Очень важно, что в формате фестиваля учителей заложено проведение 105 мастер-классов. Сегодня педагогика очень мобильная, сегодня педагогика становится все более и более мультидисциплинарной и мультипликативной. Это на самом деле веяние времени. И специалисту в системе образования сегодня нужно обладать большим количеством умений, навыков, опыта. Фестиваль станет для педагогов способом повышения квалификации перед началом нового учебного года. Подключиться к мероприятию онлайн можно будет по ссылке на сайте фестивалеучителей.рф. Ариадна Кугушева, Радмир Сафиулин, Универньюз.